Обращать внимание, я купил миниган за 100, за 1200 монет, не обращать внимание. Да, я хотел снять ролик, но я на виде роликов. Погнали. Я буду строить игроков в режиме гонках, чтобы на Бэкмари побить. Погнали. Так, заходим. А, блин, тут мотоцикл. Ну, вот когда на мотоцикле. Не, я не хочу на мотоцикле. Давайте, чтобы машины там были. О, да. Да блин, что мне за машина? Ладно, все равно попробуем тут проехаться. Я не думаю, что хорошая идея ехать на этих тачках. Почему-то они очень медленные. Вот если бы у вас были быстрые тачки, вы бы меня обогнали. А так мы с тобой пока что на таком месте. Но не хорошо, что ты умеешь плохо водить. Ну, давай, погнали. Так, все. Бэкмари, Бэкмари. Все, профи, васавы какие-то были. Думаю, что топ-чел. Что за топ-чел? Почему? Я весь там Владзе на двухах одеваю. Владзе на друзья их одеваю. Нифига себе, они круги наматывают. Ну не бойся, они тебе не обгонят. Только если ты будешь хорошо учиться ехать. Ну да, это я. Занимаюсь я этим. Ну блин, тебя все, меня все обогнать. Окей, знаете, все попробовать. Бунты. Бунты, бунты, бунты. Зачем это цепь? Выбеха. Надо все попробовать. Значит, я могу успеть. Мне кто-то не должен идти. Ну, нам это не интересно. Да? Ведь я уже делал подобное видео, но почему-то удалил. Вы на мотоцикл бунтуете. Бунтуете. Вы на мотоцикл бунты делаете. Поняли? Ну что, не чувствуется, если меня обгонят. Я просто вот так, да? Они мотоциклы убивают, так нечестно. Там деньги на себя. Это я встречу, фейк. Сейчас вас снова уже. Дэн 14К, вы что, издеваетесь? Такого не бывает. Просто главное хорошо убить, ведь я никто не забунтует. Потому что мне кажется, что сейчас... А, да, вот здесь стой. Ха, бунтуха. Вообще, бунтуха нет! Ну ладно, я выхожу из этого. Тут вообще нужно, чтобы были машины. Я не хочу это делать. Ну, придется. Что за фигня? Что за фигня? Я не хочу. Это моя любимая. Это как всегда понимаю. Это сколько козыки. Это не фейк. Мне кажется, они просто бунтуют, чего они васаны. Да я думаю, что Бэкмари бьет не быстро. Да, я знаю, он без нитва быстро. Но все равно вам сюда просто никуда не падать за пределы. Вот, как я. Вы просто, наверное, не умеете в этом режиме. Поэтому вы такие васаны. Вернулся. Мне кажется, я тоже сейчас могу. Да, я не повезло. А я чё? Я не возвращаю. А, ну да, я не знаю. Я бунтую. Я бунчусь. А, чей на мотоцикле все не сдается. Ну, ничего страшного. Бунтуем! Вот видите, я сейчас забунтовал и все, я упал. Ой, ах ты, нифига себе, ты сын мне. Значит, ты хоть что? Я проиграл. Я не допущу это, я цепь, что ли. Британские бунтуют, тут люди какие-то на мотоциклах. Чего?
вас мотоциклы бунтуют. А вот если бы... Нет, это фигня. Ну меня еще один чейк обгоняет, но я не хочу. О, вот он там несколько секунд застрял, поэтому я могу себе там... Нет. Там какой-то... Ха-ха-ха-ха. Я... Да-да-да, я бунтую. Ну, понимаете, я на четвертом месте. Вы только издеваетесь, я как-то выкову. Мне еще два ехать. Я бунтую, мне кажется. Там Алекс, это не Алик. Скейли Тикин. Если бы сесть, все было, я иду. Нет, ну отгоните на эту какаху, ну вообще вас сам. Да блин. Я опять схвачу, я на три. Я бунтую! Я не бунтую. Я не бунтую. Если вы бунтовали, я только когда-то хотел снять ролик про бунт. Но обновление высыло, поэтому вообще тем. White сок 5. То есть он понят. У меня сейчас обгонят. А там мне еще один купил. Я просто думаю, я сейчас в другую сторону меня. Я! Нет! Ого! Вот я сейчас забунтую. Скажите, не так тоже. Ну, она мне не обгонит, вот скажите. Я буду рассмотреть. Я вот за 70... О, вот за 80 секунд позволю. Я тут катаюсь и бунтую. Сейчас я на психологии. Я бунт. Точно. У нас осталось двое. Да буди! Я... Позвольте. Нет, не хочу бунтовать. Не хочу бунтовать, пожалуйста. Не бунт чекая. Обогнали мы Лосаву, который катается в уже второй круг. А я вам не позвольте. Хоть бы мне не дай там 50 монет, это вообще будет бугатство. Я же поехал на этой карте. Я почти не важный план, я много раз. Ну да, довольно-таки неплохо. Неплохо. И что, ребят, я уже став твой тигроков, так всем пока.